В 6-м микрорайоне на Завидное 19 торжественно открыли участковый пункт полиции. Его появление стало возможным благодаря тесному сотрудничеству администрации муниципалитета с органами внутренних дел. Событие важное, событие долгожданное. Это опорный пункт или как помещение для участкового за номером 7 в городском Ленинском округе, но не последний. В этом году будет еще два. Роль участковых трудно переоценить. Именно они наиболее тесно взаимодействуют с жителями. Первыми принимают сигналы о помощи и являются незаменимыми в решении проблем населения. И от качества их работы зависит очень многое. Чтобы участковый и комфортно себя чувствовал, во-первых, на работе, чтобы те сотрудники, которые здесь были, также с отдачей относились к любому заявителю. И все, что необходимо по улучшению общественного порядка, оно было действительно на высшем уровне. Более 100 квадратных метров, 5 кабинетов. На первом этапе трудиться здесь будет минимум 6 сотрудников полиции, а впоследствии и больше. Данный опорный пункт всем обеспечен. Шкаф путевой, кондиционеры, под документацию, шкаф, сейф и специальные специализированные базы данных, которые сейчас это мы идем вносится со временем. Соответственно, это все подключено. Это все работает. В обязанностях участковых защита прав граждан, проживающих на закрепленном участке, и людей, пострадавших от преступлений на этой территории. Кстати, работать на Завидное 19 будет не только сам участковый уполномоченный, но и специалисты из других подразделений МВД. Здесь будет располагаться помимо участкового уполномоченного инспектор по делам несовершеннолетних, который обслуживает эту территорию, аппарат участковых уполномоченных, которые руководят этим участковым, да, но не на конкретной территории, а руководят участковыми на всей территории округа. Безопасность – базовая потребность человека. И этого дня многочисленные местные жители ждали с нетерпением. Участковый для нас – это самый близкий и самый доступный из органов власти человек, который всегда знает все, к которому мы всегда можем прийти. Можем доверить и можем все ему рассказать. Мы хотим поблагодарить администрацию нашего города, 6-й территориальный отдел, за открытие у нас в 6-м микрорайоне нашего собственного пункта участкового. Спасибо большое. Впрочем, на этом работа по улучшению инфраструктуры для защиты населения не заканчивается. У нас есть запрос о строительстве практически полноценных управлений или отделов внутренних дел в таких направлениях, как Булатниковское поселение или в районе пригорода Лесной. Будем работать в этом направлении. Уже в апреле запланировано открытие еще одного участкового пункта в микрорайоне Зеленые аллеи, а до конца года он появится и в поселке Володарского. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.